Здравствуйте, рыбаки и рыбачки. Ребята, вот видите, обломалась кусочек, это от китайской вешалки. Вот мы с нее сейчас будем делать снасть под названием блесна мормышка. Отлично ловит судака. Ребята, вот наша деталька. Наша задача сделать, вот здесь просверлить отверстие. Как мы его будем делать? Вот вначале мы чуть-чуть напильничком так продрали, потом сюда ставим или гвоздик, или что-то другое, чтобы создать здесь площадку для нашего сверла. И пару раз молоточком ударили, а потом будем просверливать. Вот сейчас мы тут просверлим это отверстие, и потом буду дальше рассказывать, что нам делать. Значит, к слову, сверло нужно брать по металлу обязательно, потому что другое сравняется. Миллиметр полтора. Вот такое вот мы просверливаем вот такое вот отверстие. Видите, оно сквозное. Потом дальше будем делать. Дальше мы берем тонкую нержавеющую проволоку. Откуда ее брать, я в своих роликах не один раз рассказывал. Вставляем сюда, чтобы у нас получилась вот такая вот картинка, видите? Потом делаем из этой проволоки колечко и дальше делаем. И вот, ребята, я вам рассказал, как можно крепить вот эту снасть при помощи кольца проволоки. А тут в конце скручиваем, и получается у нас здесь проволока. Но я пошел другим путем. Вот смотрите, есть такой карабин. Достаем этот карабин. Разгибаем его полностью. И в итоге, смотрите, что получается. Вот здесь у нас получается вот эта ровненькая здесь проволока. Мы ее можем ставить сюда. Вот. И взять плоскогубцы и загнуть. У нас получится такой же зацеп. И вот такая вот у нас получается деталька. Но без крючка. Сейчас мы будем делать крючок. Чтобы сделать крючок, значит, я подобрал вот такой крючок. Вот. Он идеально подходит. Мы возьмем здесь, обработаем, чтобы, если будем просто паять, мы можем это все дело расплавить. Потому что здесь свинец, тут олово еще какое-то составляющее, я даже не знаю. Ну, приблизительно в таком уровне. И вот здесь заточим это все над филечком. И потом будем дальше работать. Я покажу. Смотрите, что получается. Вот здесь у нас получается вот эта ровненькая здесь проволока. Мы ее можем ставить сюда. Вот. И взять плоскогубцы и загнуть. У нас получится такой же зацеп. И вот такая вот у нас получается деталька. Но без крючка. Сейчас мы будем делать крючок. Чтобы сделать крючок, значит, я подобрал вот такой крючок. Вот. Он идеально подходит. Мы возьмем здесь, обработаем, чтобы, если будем просто паять, мы можем это все дело расплавить, потому что здесь свинец, тут олово еще какое-то составляющее, я даже не знаю, ну, приблизительно в таком уровне. И вот здесь заточим это все над филечком. И потом будем дальше работать, я покажу. И вот мы зачистили крючок, видите? Здесь убрали налет на крючке. И здесь сделали ровную площадку. Видите, вот она. Чтобы один крючок встал на это место. Закрепим мы сейчас проволокой. Проволока обязательно медная. Но прежде чем ее накручивать, мы ее должны протянуть через наждачку, чтобы она тоже зачистилась. Вот так вот грубо у нас получилась такая работа. Для чего? Для того, чтобы держался крючок. А сейчас мы обязательно смажем кислотой это дело все. Нагреем паяльник и будем запаивать вот таким припоем. Вот такая у нас получилась блесна мормышка, которую мы с вами сделали сами. Сейчас я покажу, как она работает в 3-литровой банке.
Спасибо, ребята, за просмотр. До встречи в эфире.